What the fuck? You can't even tell that he's doing it because you can't see him on the map. Like, you'd have to just watch your wave. Like, I probably would have died even if I was two. Jesus. Oh my god. Нет бабок, нет. Нет бабок. Я все отдал. Я все отдал. Я живу на пособие и на донаты. Кстати, спасибо большое за донаты. У меня, знаете, сколько накопилось? Уже целых 3200 гривен. 1000 отправлю бабулю. И пойду куплю продуктов. Вот так вот сделаю. Что, блять? Алло! Посмотрите, насколько много он на ней играл. У него стерты кувы ЕР, АСД, вообще все, у него вся левая часть, на которой он играл, она вся стерта, посмотрите. Вообще под ноль. Просто под ноль. Офигеть. Ну вот, а потом вы говорите девайсы, девайсы. Вот вам сейв доказательства. Это сейва девайсы, это сейва. Ну, бывшие, конечно. What? Your button tower has fallen. That's not the button I pressed. And that ironically just saved my ass. Прямо сейчас у наших друзей на Epic Loot можно бесплатно залутать скины в ивенте Dire Tide. Все просто. Каждый час кидаешь чайник в крипов, находишь гулю, побеждаешь. За победой улучшается твой ужасный чест, на пятом уровне которого лежат арканы и уровни Battle Pass. Победные конфеты можно копить весь ивент и получать за это мега сундуки с гарантированными скинами. Прокачивай свой БП через Battle Pass Helper, забирай ссылочку и 15% промокод в закрепленном комментарии. Я думаю, в финской армии там поинтереснее приколы. Ебать, чё пупей за... У него шарт на... Уя, он в хайлайт делал! Охуеть! Ну кто в доту реально в 25 плюс играет в сол? Ну такой садится, ну все, ща, бля, калчку ебать. Ну, все ж под пиво с друзьями чисто в основном катают, типа, да? Сел под пивко, что-то турбач какой-нибудь запустил, типа. Больше трещишь там в Дискорде, чем играешь, по факту. Правда, потом начинают все друг на друга пиздеть, потому что, мол, да вы заебаете, играете, вот это вот. Ну, всегда найдется какой-то душнило. Но от него надо избавиться просто и взять еще одного душевного мужика какого-нибудь, который под пиво будет на пуджех пытаться хукнуть. Ты можешь с бота уйти, мы же тебе топ открыли. Ситуация, когда мы проиграли первую карту, по-моему, Авохе или кому-то там на опенклавах, и мы вышли на улицу, там, ну, буткемп был, там был балкон, короче, и мы вышли на улицу, и был весь стаф, ну, все игроки, тренер, менеджер, там, по-моему, сел, и нас было там лет человек 12, и я говорю, я просто начал кричать на весь голос. Это было супер некорректно. Но он возглавляет тир 2 тир, и это довольно хорошо. Потому что челы, которые выше него находятся, они пиздец сильные, если что. Вот. Пока ему рано к ним. И, а вот сюда вообще всем рано. Да? Сюда вообще, блядь, дорога закрыта. What the fuck? We lost. Yep, we give him hugs. What? We traded! What the fuck? На котором я в принципе не по***ю. Ебать! У чела 30-й левел Рубика, блядь. Ой-ой-ой, блядь. Не, ну такого надо разъебать, честно скажу. А, это за меня? It's literally, he pops Bloodstone, it's, it doesn't matter how much damage you deal. Yeah, I don't know what you could possibly itemize to kill him. You can buy that new agonist and just dig him. Хорошо, Антон. Вот это что такое?
21 раз, да, бля. Бля, вот тебя чё мемный керри забрал. А, это ещё кто это вообще? А, так это Птюн? Что? Осуждаю. А, Гроза Буря? 2017 год у него никнейм такой был. Прикинь. Ладно, вы даже, ты думаешь даже сейчас, что я прикалываюсь, ебать. Ты думаешь, я сейчас прикалываюсь, нахуй. Вы все думаете, что я прикалываюсь. А нихуя нахуй. Вы когда в 2000 нахуй. В 65-м году поймете, что вот ваши родители это не родители на самом деле, а это роботы, ебать. А это роботы, когда они начнут, нахуй. Уже все, это все, это все, это все везде, ребят. My way to the citadel to prepare to arrange that day when I sit up there. Campaign for a change, no win affair. I persuade the state, but I didn't care. Defamed by the fake news as a joke. Chuckling and Rick don't know how I'ma go for the throws when I'm pouring in votes. The more I coast, and my manager getting cut short. Tried assassinating my ass, cast him out to space with the trash. Then the shadow council collapsed. I eradicated.